Снова здравствуйте. Это вновь Silent Hill 2. Вновь, потому что мы как-то уже пытались играть. Там. Я не помню, почему я прекратил, потом я пытался снова, там были проблемы с репаками и так далее. Теперь заново. Ну да, с самого начала будем проходить. Нормально, нормально. Вот. Были определенные еще проблемы со звуком, когда я установил эту игру. Не знаю, в чем суть, надеюсь, не повторится. Очень надеюсь, что не повторится, потому что сколько раз я уже пытался начать в эту игру играть. И каждый раз какая-то ерунда происходила. Игра на английском. Что буду успевать, то буду переводить. Ну, наверное, знаете, текст будет проходить, а я потом под конец буду говорить примерно о чем там, собственно, речь была. Выглядит симпатично. Опять же, эта игра выглядит очень-очень хорошо для... На чем она там в первый раз вышла? На PlayStation 2, правильно? Она очень хорошо выглядит. Точно так же, как было с этим Silent Hill 3 тоже. Анимация, сами персонажи выглядели просто отлично. Мэри, неужели ты действительно в этом городе? А, окей. Эй. Игра только в 30 FPS, не знаю, так ли всегда, или чисто этот трипак такой, я черт его знает. Похоже на то, что это именно она всегда в 30 FPS. Надеюсь, звук будет нормальный. Ну, я настрою, если что. Приятно снова играть. Правда, так странно, это PC-версия, да, и чтобы зайти в паузу, тебе нужно на стик нажать. Какого черта? Издеваетесь, что ли? Для того, чтобы в инвентарь зайти, нужно... Ага. Это туалет, прекрасно. Для того, чтобы в инвентарь зайти, нужно левый стик нажать. Это реально, какого хрена? Японцы, все как обычно. Вечно они немного... Странные. У них не супер с компьютерами. Hello? Эй, Silent Hill, монстры, кто-нибудь? Мэри? О, боже, мне нос заложен. Это не очень хорошо. Ну, да, мы один раз уже начинали. Опять же, просто это такая странная вещь, что я ничего не знаю о Silent Hill 2. В моих беспокойных снах я вижу этот тот город. Silent Hill, Тихий холм, то бишь. Ты обещал мне, что когда-нибудь меня снова сюда приведешь. Но ты так этого и не сделал. Ну, я теперь там одна, то бишь в этом городе. В нашем особенном месте. Жду тебя. Вот. Я, собственно, ничего не знаю. Как-то так уж вышло, что... Вообще, я знаю, что это типа сам... Я получил письмо. Собственно, на письме было написано Мэри, на конверте. Имя моей жены. Это невероятно, это не может быть правдой. То, что я себе говорю. Мертвый человек не может написать письмо. Мэри умерла, собственно, от какой-то там болезни 3 года назад. Тогда зачем я ищу ее? Наше особое место. Что она имела в виду? Весь этот город — это наше особенное место. И? Она имеет в виду парк на озере. Мы там провели весь день. Только мы вдвоем, короче, таращимся на воду. Неужели Мэри действительно там? Неужели она реально жива и ждет меня? Эй! Все? Ну так вот, дайте договорю наконец-то. Да, ничего не знаю о Silent Hill 2, как-то так вышло. Первую я прошел, третью я прошел, четвертую я прошел, пятую я прошел. Как-то так произошло, что я никогда не трогал вторую. Ну, не то, что... Я ее включал, видели, я начинал летсплей и так далее. Но дальше первой локации, где там... мотель, что ли, правильно? Дальше вот этого я ничего не видел вообще. А, не-не-не, стойте, мы еще видели пирамид Голова один раз, правильно? Но больше этого я не видел. Вообще не знаю ни локации в этой игре, ничего не знаю. Как-то вот так мимо меня она прошла, очень странно. Ну, приятно снова играть в эту игру. Окей. Да, и, кстати, эпизоды будут немножко подлиннее, чем обычно, потому что это все-таки... I can't go any further by car, guess I'll have to walk. Дальше я не могу на машине ехать, полагаю, мне нужно пешочком идти.
Да, потому что... О чем я говорю? Да, эпизод будет немножко подлить, так как это такая игра достаточно медленная, насколько я понимаю, это Silent Hill. Так что будем... ну, эпизод, наверное, минут 15, 16, 17, вот в этой области. Ну, конечно, не намного больше, но контента в этих эпизодах будет больше для вас, и это хорошо. Эй, hello. Hello. Могу я камеру повернуть как-то? Видно, нет. О! А, это карта, окей. Ну, мы прёмся как-то. Окей, окей, будем знать. Окей, я понял, понял. Хорошо, нам в Роузвотер парк, я так понимаю. Камера должна вращаться, нет? Не, я понимаю, что это Silent Hill, я понимаю, что это survival horror, где фиксированная камера, но, может, здесь всё-таки можно крутануть? Или я, как дурак, буду только вот так ходить? Может, камеру можно крутануть? Нет, нельзя. Я что-то слышу. Что-то не очень хорошее. Я точно не могу камеру крутить. Наверное, не могу. Туман очень густой. Я понимаю, что это Silent Hill, но... Hello? Я ни черта не вижу. Если бы мне нужно было что-то видеть, это был бы провал. Эй! Даже дальше пара шагов ни черта не разглядеть. Вообще, что интересно, первый Silent Hill была вот эта вот фишка с туманом, чисто потому что... Hello. Чисто потому что была лимитация... А, окей, нельзя. Чисто потому что была лимитация технологий. Потому что... Тогда чисто нельзя было прорисовывать слишком много, да, это дистанция прорисовки, поэтому они все туман сделали. There's something in the well, что-то в колодце. Что это? Looking this makes me feel like someone's grouping around inside my skull. Когда я смотрю на эту штуку, такое ощущение, как будто внутри кто-то, короче, его за мозг хватает, точнее, вокруг. Скорее, кто-то его трогает за череп, все такое. Да, короче, какое-то странное ощущение. А, здесь можно сохраняться. Safe possible. Ну, я рад. Yes. Поехали. Значит, все-таки сейвы здесь нужно будет искать. Хреново. А вы уверены, что нельзя камер крутить? Знаете, подождите, я даже сейчас на паузу, наверное, поставлю, потому что я хочу все-таки точно разобраться. Окей, кнопка есть, но это полный бред. Это Select надо нажимать на геймпаде. Эх. Эх, японцы, что ж такое, почему не могли селекты... Короче, у них очень интересное вообще... Управление они решили выбрать. Селект на то, чтобы камеру управлять. Окей, это будет не очень весело. Я помню, что где-то я находил бензопилу. Но, видно, не в этот раз. Окей. Вайфу? Может быть. Ага, музыка Киры Ямаоки, все фапают на него. Извините, я... А, извиняюсь, я просто... Не, норм. Я не хотел вас испугать. Я немного потерялся. Потерялся? Да, я искал Silent Hill. Это, я туда иду? Тяжело видеть через этот туман. А, фак. Ну тут только одна дорога. Не пропустишь, спасибо. Но, да? Но лучше тебе туда не ходить, Фэггот. О, боже. Этот город... Что-то с ним что-то не так. Трудно объяснить, но... Он опасен? Может быть. И не только туман. Это... Окей, я понял. Я буду осторожен. Я не вру. Нет, я верю тебе. Просто... Мне плевать, опасно там или нет.
Я в любом случае иду в этот город. Но зачем? Но почему? Я ищу кое-кого. Кто это? Кто-то мне очень дорогой. Я сделаю все, что угодно, чтобы быть с ней снова. Я тоже. Я ищу свою мать. Свою маму, я имею в виду свою мать. Я так давно ее не видела. Классные кроссовки. Я думал, мой отец и мой брат были здесь, ну, находятся здесь, но я не могу их найти. Окей. Извини, это как бы не твоя проблема. Не, я надеюсь, ты их найдешь. You too. Окей, хорошо. Окей. Хало? Хало? Кто-нибудь? Можно мне оружие? Я имею в виду, пока монстров не было, конечно. Можно мне оружие все равно? То, что с камерой тут такой вот бред. Могу я? О, я не могу. Хало? Кто-нибудь? Сюда тоже нельзя пройти. Прикольная у нее, кстати, жилетка. Правда, она зеленая. Не фанат зеленого, если честно. Хало? Вообще не люблю яркие цвета. Ну, не то, что этот зеленый, он яркий. Просто... Не люблю цветные такие прям вещи. Плиз, камера. Спасибо, окей. Мы случайно не обратно идем? Не-не-не, не должны. По идее. Окей. Не-не, правильно идем, правильно. Такого не было. Что-нибудь в машинке? Нет? Окей. Окей, это мы ходим. Это пока еще не страшная часть игры, правильно? Это, блин, интро. Ранчо Сойленд Хель. Здесь вот, по идее, была бензопила, насколько я помню. Где-то. Педофильский минивэн. Найс. О, теперь за слово педофил у меня этот YouTube отключит монетизацию. Я свои 10 копеек не получу. О, но! Я точно помню, что была бензопила. О, сюда даже пройти нельзя, окей. Хало. Не знаю, мне слово хало смешит. Туманно, это точно. И ни черта не вижу. Я точно иду туда? Я начинаю сомневаться. Может быть? Я имею в виду... Что-то видим новое. Сюда нельзя. Я точно помню, что у нас была бензопила. Мне кажется, я ее где-то как-то нашел случайно. Может быть, потому что... Секрет? Я не помню. Уф. Ух уж это ваша камера. В Silent Hill играх. Ну, это не только в Silent Hill играх. Resident Evil тоже. Hello. Survival Horror. Это фиксированная камера, это всегда очень классно. Почему так перестали делать, я не знаю. Серьезно, это очень глупо. Это всегда самое страшное. Не, это все. Теперь все... Если какая-то survival horror игра выходит, правильно, то она всегда должна быть с управлением и камерой, как в этом... В Resident Evil 4. Вот Evil Within этот дурацкий вышел. Первый, что... Ну, что первый, что второй. Вот, там эта вот камера. За плечом, все такое. И вот такого больше мы не видим, к сожалению. А это классно. Это очень классно выглядит. Тем более в хоррор-игре. Конкретно в хоррор-игре. Это очень круто. Потому что это кинематографично. И в хорошем смысле. Не в смысле, как кинцо. А именно... Очень подходит для подобных игр. The Roadrunner. Окей, сюда нам нельзя. Прекрасно. Куда нам еще нельзя? Мы очень долго бежим до этого города. Уф. Что бы значили эти звуки? Потому что я честно, я не помню. Я помню, что-то мы там с монстром каким-то сражались. Но в общем и целом я не помню, что вообще происходит. Подождите, куда-то мы вышли, правильно? Сандерс. Наша цель вообще вон парк. Так что, по идее, мы сейчас вот вперед и направо, правильно? Хэппи бургер.
Да, вперед и направо, я полагаю. Наверное. Ух. Так странно, что снова в Silent Hill играть. Ну, неважно, какой вообще Silent Hill. Класс. Окей, кровь. Превосходно. То, что я искал. Эти... Что, эти следы, это кровь? А у нас нет оружия. Это тень. И ты, конечно же, пойдешь в эту... Ну, я имею в виду, это мой выбор. Ханло. Хенло. Help. плохая идея. Да, просто следуй за кровавым следом, конечно. Ау. Туда ли я иду? А, туда. Ну, смотри, как это рассматривать. Туда ли я иду? Дверь. Нельзя. Раздражает. Сейф поинт. Найс. Этому я рад. И водичка. Health drink. Мне нравится, как нет никакого названия, знаете, какое-то лекарство, еще что. Нет, просто лечащий напиток. Health drink. Окей. Давайте сохранимся здесь, притормозим как раз. Спуки. И даже скери. Forest. S. Опять же, даже D-pad не используют, только стики. Странная игра. О боже. Окей, если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк и ставьте комментарий. Подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. Да, мы снова в Silent Hill, на этот раз до конца. Потому что я теперь все игры завершаю, оказывается. Да, до встречи.